Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Чуть поживи. Yeah.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Каждый раз перед тем, как проводить харинаму, следует всегда сделать... Распевка раз, а во-вторых, инструктаж. Вот. Инструктаж, а то вчера так без инструктора пошли, и там впереди толпа матаджи идет, и сзади тоже идет толпа. У нас шествие, это мы хотим представить это как карнавал святого имени. И, конечно же... К святому имени и к этому действию, к харинаме, необходимо относиться именно так, как мы относимся к алтарю. То есть это алтарь. Святое имя – это божество. Поэтому
Вот такое отношение должно быть у каждого преданного, что это алтарь святого имени. И, конечно же, на алтаре у нас должно быть все самое-самое лучшее. Правильно? Поэтому самые лучшие наряды, самые лучшие украшения, самые лучшие танцы, самые лучшие улыбки. Все должно быть самым лучшим. Спасибо. Сегодня мы пойдем, также пройдемся по городу. Впереди пойдут танцующие мадыжи. Я уже надеюсь, вы как-то там уже разобрались примерно, да? Тогда надо помочь, кто там? Впереди кто пойдут мадыжи? Кто будет? Мадыжи, вы тут? Вот... Света, Адити. Света и Адити. Вот посмотрите, Маточка. Света и Адити, они будут направляющими. И вы смотрите за ними. Пожалуйста, выходите вперед. В колонну по два. И так, таким строем идем до конца. А затем пойдут танцующие брамачари. Затем мы здесь перейдут. Там-то должны быть вместе. Ну хорошо. Завтра лучше пошли. Стилки, да? Да, 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 она найдет. Вот. Обратите внимание, Андрей, пожалуйста. Вот, посмотрите. Вот только одна тилка, понимаете, она все вообще сразит в сердца всех вообще горожан. Смотрите, все, посмотрите. Пожалуйста, вот так вот надо. Вот такие тилки должны быть у каждого. Либо ее не должно быть, либо она должна быть вот такая. Окей? Ну, а лучше всего, чтобы она была. Учитесь ставить. Может быть, через годик, через два у вас получится. Окей? Значит, следом же идут музыканты. И уже в заключении идут мужчины. И в заключении матыжи с флажочками. Внимание, флажочки. Кто флажочки несет? Только вверх. Ни вперед, ни назад. Можно попасть в глаз. Только вверх и не высоко. На длинную руку не вытягиваем, вот на согнутых ручках. Когда мы останавливаемся, можно вправо, влево. Ложечками тоже можно покачивать. Как читание самарарики? Вправо, влево. Назад и вперед. Желаю вам удачи, хорошего настроения. Машите жителям руками, как-то выражайте им свою радость, благословение своим давайте. И сегодня вот мы получили благословение Бхактичитанья Свами Махараджа тем, что он нас благословил. Сегодня был дождь с утра, но вы все хотели, чтобы Харинама была, поскольку громко крикнули Харибол, когда я сказал, что начинаем любую погоду. Поэтому по вашей милости, по убоге и по милости вот Садху Три Прабху, сказал, что все нормально будет, я с богами договорюсь. Все, все. Буквально разговор в лифте произошел. Все будет хорошо. Вот, пожалуйста, видите. Вы хотели, Кришна устроил. Теперь давайте сделаем красивую харинаму. Так, кто книги распространяет? А книги вообще есть, у нас-то нет книг, понимаете? Вот, если только вот эти наши взять там по 100 рублей сможете, возьмите за столиком там штук 10, возьмите просто. Там есть о харинаме, людям будет понятно. Вот там столик. Лёша, кто там остался? Штук 10 возьмите, по 100 рублей можно. На стоянке ними...
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Всех благодарим. И
местных жителей благодарим за их понимание, за их радушие. Просто у нас сейчас праздники, и вот несколько дней будут праздники, мы будем выходить, петь. И то, что приносит нам радость, это не наркотики, не пьянка, не водка, не вино. Иногда могут такие возникать предположения, что, наверное, что-то ребята покурили, там, выпили. Нет, на самом деле, источник счастья, он уже находится в нашем сердце. В сердце каждого живого существа, священные писания говорят, Бог уже есть. А Бог является источником счастья, блаженства. Ананда на нашем языке, на санскрите называется. Уже есть там, поэтому не надо где-то в магазинах искать, на прилавках искать. Деньги, но они такого счастья не дадут, как дает счастье Бог. Поэтому просто пойте святые имена, и праздник он сам придет. Бог будет счастлив, ему это нравится. Когда мы прославляем его святые имена, Богу это нравится. И тогда и злоба уйдет, и зависть уйдет, и жадность уйдет, и хватит нам того, что у нас есть, правильно? От чего жадность? От того, что нам чего-то не хватает. Нам кажется, что вот будет Мерседес, и будет счастье. Мерседес появился, а счастья нет. Смерть приходит? Приходит. Старость приходит? Приходит. И Мерседес тоже был сегодня, завтра нет. Правильно? А счастья мы хотим сейчас, и много. А оно только у Бога. Каждый пробовал на себе, да? Имел пятерочку, было плохо, надо было что-то еще. Имеем теперь как бы Мерседес, опять что-то хочется, правильно, да? Имели 1 миллион долларов, все равно что-то не хватало. 2 миллиона имеем, все равно не хватает. Счастье, оно не здесь. Счастье, оно в сердце нашем. В сердце каждого живого существа. Даже вот в сердце вот этой собаки тоже есть счастье. Просто она думает, что счастье в косточке. Думает. Или может быть вот какая-нибудь собака женского рода будет пробегать. Вот это будет счастье у меня. Но всего лишь на 5 минут это счастье. А потом голова болит, да? И развод с семьей. Какие головные боли, да, от такого счастья. Но когда мы поем Хари Кришна, когда мы это делаем вместе, неважно, люди разных национальностей, разных возрастов, неважно, почему-то все становятся счастливыми. Вот оно где счастье. Просто мы попробовали, и мы поняли, что это круто. Никакие наркотики, никакая... Извините. Что, что здесь? Какой здесь национальный напиток? Чача? Или как? Да? Чача? Только головная боль. А если нам за руль сел так... Или сам разбился, или кого-то разбил. И прав еще лишат там уже. А еще и в тюрьму посадят. Смотрите, сколько проблем от такого счастья. Но когда мы прославляем Бога, откуда оно появляется? Попробуйте, попробуйте. Может, мы обманываем. Может, мы обманываем, да. Но надо попробовать, правильно? Попробуйте. Если понравится, повторяйте, воспевайте святые имена. Не надо менять ни религии, ничего не надо менять. Оставайтесь, кем вы есть. Если кто-то атеист, оставайтесь атеистом. Просто повторяйте, может быть, вы счастье найдете. Хари Кришна. Спасибо всем большое за внимание. Простите, что надолго с вами не можем остаться. Мы бы с удовольствием, но вот ждут дела. Праздник продолжается, поклонение божествам, изучение священных писаний. Семьи также ждут, поэтому мы ненадолго. День-два еще, потерпите нас, и мы на следующий год к вам вернемся. Нам очень нравится ваше гостеприимство, радушие, то, что вы принимаете. Не возмущайтесь, что если кто-то, может быть, по-другому немножко Бога любит, да? Это очень приятно. Спасибо всем большое. Спасибо всем, кто участвует. Спасибо всем, кто слушает. Передайте всем остальным поклоны от нас. Вот местные жители, хорошо? В семье придете, скажите, вот кришнаиты поклоны передавали. Всем, кто здесь в моей семье. Хорошо? Вот. Мы продолжим петь, будем возвращаться обратно. Вечером обычно у нас какие-то культурные программы бывают, и мы всегда приглашаем местных жителей. Можете посмотреть, будут танцы, будут спектакли, какие-то музыкальные номера. Ну а сегодня вот вместе с нами потанцуйте, попойте Хари Кришна. И благословите нас на удачу в этом духовном поиске Бога.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Happy.
Возвращаемся, выстраиваемся, пора, труба зовет. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Спасибо.